Задать интересующие вопросы, обсудить наболевшие проблемы. Выездной прием населения провел руководитель районной администрации в сельском поселении Огудневское. Обращения самые разные. Так, с вопросом о создании инфраструктуры для участков на встречу пришли многодетные мамы. Мы пришли как бы сказать спасибо Алексею Васильевичу, то, что нам делают дорогу. Мы как представители от многодетной семьи, которые выдали землю во второй Алексеевке. Вот, то, что у нас как бы инфраструктура наша движется, электричество нам должны провести. Вот. И у нас была проблема по поводу питьевого колодца. Нам пообещали, что он будет у нас. Кроме того, на приеме поднимались вопросы газификации земельных участков, оформления земли в собственность, состояния подъездных дорог. Всего в рамках приема задать свои вопросы руководителю администрации Щелковского района смогли порядка 20 человек. Все вопросы разные, все вопросы трудные, все вопросы будем решать. На то мы приезжаем сюда, на то мы разговариваем, на то, что мы пишем в план. И, соответственно, потихонечку, полигонечку для них делаем все возможное, чтобы им жилось лучше. Также в рамках визита в Огудневское Алексей Валов посетил космосад. Тематическая зона отдыха с летающей тарелкой, пешеходными дорожками и яблоневым садом должна стать ярким украшением поселения. Пока завершена первая очередь строительства, вторая запланирована на следующий год. Мы потратили на космосад 1 900 000, поэтому еще столько же, да, еще столько же нужно на следующий год для того, чтобы можно было закончить дорожки и выполнить те постройки, которые сегодня есть. Там будет ограждение полностью, это культурно-спортивные площадки выполнены, стоянка, ну то есть после все элементы, которые проектом предусмотрены. Параллельно возле местной амбулатории оборудовали сквер здоровья и любви, а также новую пешеходную зону. Руководитель администрации отметил, Огудневское преображается на глазах, и новые рекреационные зоны станут местом притяжения не только местных жителей, но и гостей поселения. Молодец здесь глава сельского поселения Огудневское. Много делает для того, чтобы рекреационные зоны имели достойный вид, достойный 21 век своих жителей, которых он таким образом выводит как бы на публичное пространство, выводит в рекреационную зону, где они вместе будут встречаться, общаться. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».